Поставили крест. Комитет по управлению муниципальной собственностью постановил, на сельском кладбище Новомихайловки хоронить теперь нельзя. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать», — так сказал великий поэт прошлого века, а жители Новомихайловки с ним бы не согласились. Село для них родина, а на этом погосте они долгие-долгие годы хоронили своих родных и близких и хотят эту традицию продолжать. Но на традиции не посмотрели. Проблемы с кладбищем, по словам жителей, начались с тех пор, как его сделали муниципальным. Нам дружно повезли захоранивать сюда людей с города, значит. Поэтому кладбище моментально разрослось. Оно нам бы для сельчан бы хватило еще не весь насколько. Оно разрослось, потом заговорили о том, что его закроют, потому что, значит, кладбище дошло до нефтезаправки там. Но жители уверены, что кладбище можно продлить. Вот на этом спуске установить лестницу и ниже в поле продолжить ряд могил. В мэрии города на вопрос смотрят иначе. Инвентаризация показала, что там плотность велика, то есть нельзя делать новых захоронений. Но нельзя, есть же санитарно-защитная зона, где невозможно захоронение. Но жители стоят на своем еще и потому, что раньше они могли предать земле родных бесплатно, а на городских кладбищах за место придется платить. Власти Барнаула ответили, что и это заблуждение. Денег за саму землю никто не вправе требовать. Продолжить старую традицию и хоронить на родном кладбище новомихайловцы все же смогут. Под захоронение официально разрешены. Это значит, что рядом с родственником можно положить близкого умершего. Но новых могил здесь точно уже не будет. Андрей Дриер, Александр Антропов. Наши новости.